Страх, отчаяние и боль. Для многих блокада Ленинграда запомнилась именно так. Осажденный город держался 872 дня. 18 января 1943 года блокадное кольцо было прорвано. Для многих ленинградцев Рязань стала вторым домом. Здесь они начали жить, пытаясь забыть об ужасах тех страшных лет. Погибло очень народу, много. Там и дети, и старики, и все. Дмитрий Егорович в осажденном городе не был. Он ветеран Великой Отечественной войны. О блокаде города узнал только после прорыва осады. Говорит, что тогда новость его просто шокировала. В голове солдата не укладывалось, как город жил все это время. Теперь он каждый год посещает мемориальное кладбище в день снятия блокады, чтобы отдать дань героям тех лет. Должны помнить, что произошло в Ленинграде. Все должны знать, даже и дети, все, потому что сейчас стали забывать. Надо напоминать. В настоящее время в Рязани проживает свыше 100 человек, награжденных медалью за оборону Ленинграда и знаком «Житель блокадного Ленинграда». Память защитников и жителей блокадного Ленинграда почтили минутой молчания. В их честь прозвучал троекратный оружейный салют. На возложении присутствовали и школьники, и представители волонтерских организаций. Вызвался, потому что интересно посмотреть и поддержать. Это память о погибших воинах и о ветеранах самих. После церемонии возложения в детской музыкальной школе номер 1 состоялся праздничный концерт для ветеранов и вручение региональных наград наиболее активным членам общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».